Так вот, рамки старые, провел ревизию, ну большую часть решил просто сжечь, потому что ну никуда они уже все черные, чистить их бесполезно, так что все в печку. Легкий перекус, без отрыва от производства, печеньки сухие, Мария, и вот такой вот, друзья, крем-мед собственного изготовления. Из настоящего меда можно сделать крем-мед. Намазываем на печеньки. Второй печенькой так прижимаем. Получается вкуснота. Крем-мед делается очень просто. Берется жидкий мед. Ну, я, короче, взял миксер обычный, строительный. Новый купил. Вдрель его. И небольшое количество жидкого меда в ведро. И миксером это в течение 2 часов все взбивал. Ну, это, так сказать, экспресс метод. Но на самом деле крем-мед делается несколько дней. Ну, где-то 4-5 дней он
мешается медленно-медленно в специальной, специальной машине, называется кремовалка. Кстати, мы тоже мечтаем о кремовалке. Она не дешевая, но хотим тоже крем-мед делать. И, короче, там задается программа определенная. И жидкий мед, лучше свежий. Там специальные лопасти, редуктор, мотор. И мед взбивается медленно-медленно. Это то же самое, как подобное, что-то похожее, когда из молока взбивают масло. Долго-долго это все. Ну, то же самое здесь. И потом, спустя 4-5 дней, ну, он не постоянно мешается, он помешается где-то полчаса, к примеру. Ну, постоит часа полтора. Потом снова мешается, он в другую сторону. При этом меняется структура самого меда, и он становится не жидкий, он становится кремообразный, как крем, в общем. Вот, и вкус абсолютно другой вообще. При этом можно в крем-мед добавить различные ягоды, различные какие-то вкусовые добавки, ну, натуральные, конечно, не химические. Ну вот, мы вот так сделали, попробовали пока для себя. Ну а на продажу потом уже надо приобретать кремовальную машину и ей уже мешать настоящий крем-мед. Ну и по-другому называют суфле-мед. Суфле, медовое суфле. Вот. Это очень вкусный продукт. Но он, конечно, дороже меда, потому что процедура на изготовление как бы такая, не быстрая. И все, и получится крем-мед. Ну, а это так, как я уже сказал, экспресс-метод такой. Он, конечно, становится белый потом, мед, ну, если чисто, без всяких добавок. Вот такой вот мед получается. Не мед, а крем. И его можно мазать на хлеб, вот на печеньки. И он не падает. Вот это сделан из меда этого сезона, 2022. Мне нравится очень. Девчата тоже любят. Поэтому, если у вас есть мед, вы можете сделать в домашних условиях для себя. Можно обычный миксер столовый взять. Ну, вот, женщины на кухне, которым работают. И немножко попробовать сбить. Ну, конечно, это не то качество будет крем-меда. Вот. Это не то качество, как я уже говорил. Но тем не менее, его можно легко мазать на хлеб. И структура меняется совсем. И вкусно очень. Вот смотрите, печеньки, сэндвич, печеньки. Мы частенько тоже берем такие сухие печеньки и намазываем суфле медовое. И вот так вот едим. Вкусно очень. И полезно. Это уже не сахар, это мед. Ну вот если кухонным миксером делать, там не обязательно 2 часа молотить его. Просто посмотрел уже по состоянию меда жидкого. Но делать надо обязательно из жидкого, не из кристаллизованного меда. Если у вас, допустим, мед есть, кристаллизация уже началась, то его можно немножко на водяной бане отогреть, и он превратится в жидкое. Ни в коем случае не надо греть на газу там, или еще где-то. Это нельзя, он потеряет все свойства свои. А именно на водяной бане немножечко подогреть его, и он будет более жидкий. Из кристаллизованного меда, который уже закристаллизовался у вас, суфле не получится медовое. Надо обязательно жидкий мед. Попробуйте. Это так, экспрессом. Ну, а натуральный мед, если... Ой, натуральный крем-мед, то если Бог даст жизни и здоровья, будет кремовалка, будем уже производить настоящий крем-мед. Ну прям, это вообще, это просто, это очень вкусный продукт из меда. Причем ничего, никакой химии, ничего, именно настоящий, натуральный продукт из настоящего меда. Без всяких вот красителей, добавок там или еще чего-нибудь. Я имею в виду химических. Ну, если потом уже, когда начинаешь фасовать, добавляешь туда, ну, в разные емкости добавляешь ягоды различные, калину, бруснику, клюкву, клубнику, там
прополис, в общем, там мумиё, кто что добавляет. Вот. И это также все сбивается и потом уже фасуется. Очень вкусно. Все, сейчас перекушу маленько и продолжу свою работу. Кофеечек. Посылочка к нам пришла. Сейчас мы ее вскроем. Посылка от нашего зрителя и подписчика, нашего хорошего друга. Сейчас мы посмотрим. Ну, я кое-что знаю, что здесь пришло, и кое-что еще не знаю. Ну, сейчас вместе с вами мы посмотрим. Ну, иди, сади сюда. Светлану Викторовну приглашаю рядом присесть. Она стесняется. Не идет. Стоит в сторонке. Так. Скрываем. Опа. И смотрим, что у нас там классного. Ну, садись, присаживайся, будем смотреть. Не хочет она. Ну ладно, придется мне самому. Первое, что мы видим. Вау. Вот такие очечки. Опа. Сейчас мы все это посмотрим. Так. Раз Светлана Викторовна рядом со мной не хочет присесть, значит, надо будет оператором. Посмотрите, какие очки классные. Очки, либо это горнолыжные, либо это для работы с деревом. Ну, скорее всего, наверное, на лыжах гонять. Здесь пластик, так плотно облегает. О, красота. Мне кажется, строительные. С горки кататься, строительные, да? Угу. Ну, скорее всего, да. Плотно. Главное, чтобы здесь есть вентиляционное отверстие, чтобы не потели. Вверху, внизу. Вообще здорово. Теперь, Валера, интрига твоя раскрыта. Очечки. Потом у нас еще одни очечки. Так. О! Слушай, вот у меня такие очки есть, но они уже затерлось все равно, это же поликарбонат. И вот точно такие же новые. Вот это вообще супер. Классно. Это просто стекляшки? Нет, это карбонат. Ну, пластик. В смысле, они не увеличивают? Не да нет, это рабочие очки обычные. Тут даже есть инструкция. Вот такая инструкция для очков. Ну, в общем, тут много чего написано. Я не буду сейчас это все читать. Понятно. Слушай, классно так. Ладно, это все потом. Не будем затягивать время. Так, что у нас там еще? Ух ты! Вот это да! Это вот такой гвоздодер интересный. Фирмы Gross. 250 миллиметров. В общем, мощный. Тяжеленький такой. Да, в общем, гвоздики выдирать. Работать. Вот такой гвоздодерчик. Здесь, 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 с этой стороны. И можно использовать как молоточек, даже маленький. О, слушай, классно. Вообще красота. Ну и самое главное, что Валера нам прислал. Это у нас вот эта зарядка. Куча проводов. Куча проводов. Таких и таких и таких. Вот такой вот чехольчик. И смотрим, что у нас там. А там у нас... Я уже знаю, что там у нас. Так, тут еще куча проводов, ремешочек и вот такая вот камера у нас, ребята, с таким объективом. Вот это классно, мощно, зеркальный фотоаппарат. Ну, насколько я знаю, видео он, конечно, к сожалению, не пишет, но фотоснимки делать может. Здесь имеется такая вспышка. Ну, в общем, не буду сейчас детально это все показывать, это тягивать время. Эта камера в свое время она была самым таким
мощным аппаратом. Конечно, технологии не стоят на месте, все движется вперед. И понятно, что камера тоже немножко устаревает. Она не новая, она уже была в хороших руках, повидала жизнь, можно сказать, наверное. Ну и теперь она у нас будет в руках, будем снимать. Сейчас маленько изучим все. Ну вот такая вот у нас история. Даже, наверное, включить можно. Вот. Включил. Включил. Так, экранчик исчез. Ну, в общем, здесь написано много чего. Сейчас все изучим, посмотрим, как, что и как, и где. И все, и будем снимать. Будем делать хорошие фотки. Насколько я знаю, объектив снимается. Есть такая кнопочка. Наверное, не буду сейчас ничего делать. Нормально. А, вот. Такая вот кнопочка. Вот так вот снимается объектив. Сюда ставится объектив для макросъемки. Можно такой длинный. Но они отдельно продаются. И вот стандартный объективчик. Зеркальная камера. Валер, спасибо тебе огромное. Сейчас будем тестировать. Наверное, камера из руки не выйдет. Будем везде с камерой. Как в свое время была передача интересная по телевидению. Я всегда с собой беру видеокамеру. А мы будем фотокамеру брать. Все, всем пока, пишите письма.